На Евгения Шаповаленко, бывшего заместителя главврача Черногорского роддома, завели уголовное дело. Он провел подпольный аборт и получил за это 30 тысяч рублей. По материалам дела девушка решила прервать беременность на 20-й неделе из-за пятикратного облучения. Она была уверена, что ребенок родится инвалидом. Никаких медицинских показателей к прерыванию беременности не было. Будущая мать обратилась к Шаповаленко, и он сделал аборт. Замглавврача задержали в конце августа, и за это время следователи собрали достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Евгению Шаповаленко грозит до 10 лет лишения свободы. Впрочем, сам он не признает свою вину. Говорит, что то есть положил ее на сохранение беременности. В результате то есть проводилось лечение, произошел самопроизвольный выкидыш. То есть деньги оценил как вознаграждение.